скорости на подаче. Будем разбираться, с чем это связано, почему так не получалось. Опять же, надо дальше продолжать отрабатывать этот элемент. У Протона очень они хорошо подавали, у нас сложности определенные с этим. Все упирается, игра начинается с подачи и с приема, как тут. Если первый элемент не получается, дальше уже сложно что-то рассчитывать. Пытались какие-то варианты, опять же, найти усиление высокого мяча, там, у Кьяну. Где-то это сработало, но для общей победы и партии там этого оказалось недостаточно. Да, хорошая игра, хороший матч. Ну, сложно было, в первую очередь, наверное, эмоционально. У нас домашняя игра была с Динамо Москвой. Очень много эмоций отдали. И больше девочек готовились, чтобы эмоционально отдохнули и вышли, как бы уже забыли про ту победу и вышли на новый матч с чистой головой. Ну, получилось. Мы все равно допускали собственные ошибки, но просто команда из Казани допустила немного больше. Наверное, за счет этого мы смогли победить. Ну и вообще я рада, что наш коллектив может побеждать команды такого уровня. И это очень приятно, это мотивирует двигаться дальше. И это мотивирует и нас, и наших болельщиков. И я очень счастлива, что мы смогли сегодня показать такую достойную игру, я бы так сказала. Ну, слушайте, на самом деле плохо, потому что все равно я возлагала больше надежд на игру на домашнем поле, потому что выиграть Протон у них дома всегда очень сложно, и это показывают все команды на протяжении всего сезона. И я надеялась, что мы возьмем реванш на домашней арене с хорошими болельщиками, с нашими, но то, что мы не взяли вообще ни партии, ни очка, нужно очень много думать, разбирать, потому что игра была недостойная. Мы набрали фору в начале первой партии, а потом Протон уже набирал там 2 очка, мы 1. Они подавали там сериями, мы, к примеру, там задерживались недолго на подаче. Ну, все равно это в любом случае тебе нужно работать, то есть ты все равно претендуешь на какие-то места в чемпионате, и поэтому такую игру никогда нельзя показывать.